Итак, это первое видео, посвященное, собственно говоря, вашей проблеме общения с людьми. И данная запись, судя по тому, что вы написали, будет разделена на две части. Первая часть будет посвящена, собственно говоря, общению, а вторая часть будет посвящена вашему выбору в жизни. Так будет правильно, так будет удобнее, наверное, я надеюсь, так будет удобнее вам понять. И, собственно говоря, начнем. Вначале вы спрашиваете, что такое дружба, потому что вы пишете, что не можете разговаривать ни о чем, у вас, как только вам становится разговор неинтересен, вы перестаете слушать и уходите в свои мысли. Вы знаете, в чем дело? Вот сам по себе феномен, который вы описываете, да, то есть когда человеку вот, неинтересно, просто говорят другие, он может наблюдать, он может проявлять, выражать вежливость. То есть вежливость – это когда человек делает вид, что ему интересно то, что говорит другой, но при этом у такого человека всегда должен быть стимул. А стимул для того, чтобы проявлять вежливость. То есть либо вам этот человек интересен чем-то другому, либо вы понимаете, что он хороший. И что, несмотря на то, что он говорит вам что-то неинтересное, равно он нам будет потерпеть, потому что, ну, так или иначе, что-то хорошее с ним связано. И вопрос заключается в том, что на самом-то деле очень мало людей, которые говорят только на интересные вам темы. Потому что получается как бы, что для того, чтобы человек раскрылся максимально, чтобы он с вами взаимодействовал ну как бы наиболее интенсивно, наиболее открыто, нужно прислушиваться к нему самому. То есть нужно слушать не только себя, не только ориентироваться на свои интересы, на то, что вам интересно, но и еще интересоваться и другим человеком тоже. Потому что вот по первому абзацу, который вы написали, складывается ощущение, что с одной стороны вы что-то сказать не так, потому что опасаетесь обидеть или что побьют, в кавычках, конечно. Но с другой стороны, когда вам разговор не интересен, вы уходите в себя и как начинаете быть пассивны. А вот это некая такая односторонний, можно сказать, диалог, он является неправильным. То есть в общении бывает так всегда, что кому-то интересна тема, а кому-то нет. Некоторые темы интересны обоим, и это хорошо, а некоторые темы интересны только одним людям. И для чего человек общается на неинтересные ему темы с другим? Чтобы сделать человеку хорошо, сделать человеку приятно. А может, он такого человека уважает, он считает его хорошим, он как бы, уважая его, желая сохранить с ним дружеские отношения, или даже мы сейчас не говорим про дружеские, мы сейчас говорим вообще про отношения любые. Ну, скажем так, доброжелательные отношения желает сохранить. А человек общается с ним на неинтересные темы. У вас нет стимула слушать то, что вам неинтересно. У вас нет достаточного мотива для того, чтобы разговаривать на неинтересные вам темы. И только лишь когда что-то интересно вам, вы начинаете переспрашивать. Получается, человек замечает, что лишь только когда вас интересует, вы начинаете разговаривать, но вы при этом не акцентируете внимание на интересных других, а так не бывает. Нельзя строить общение лишь только на
с моей личностью по симпатии. И если вы хотите с человеком сблизиться, то он для начала просто обладает определенными чертами, качествами, которые вам нравятся. То есть он у вас вызывает симпатию, он у вас вызывает интерес. Но необходимо понимать, что человек не может быть тем, кем вы хотите его видеть. Он такой, как он есть, с его темами, с его интересами, с его диалогами, с его там склонностями и так далее. И здесь вы встаете перед таким выбором, что значит, либо вы ищете людей, с которыми вы можете пообщаться среди тех, кто вот у вас сейчас есть, и принимает их интересы. Либо вы, занимаясь хобби, вот, имея увлечение, ищите единомышленников там, и общаетесь с ними только на те темы, которые вам интересны. То есть, а вы примерно представляете себе, что вызывает у вас интерес. Вот вы тут явно пишете, что если слышите что-то интересное, то начинаете предбрасывать. А интересно это понятно для вас, вот вы примерно имеете представление, о чем идет речь, вот. А в рамках этих направлений, вот то, что вам интересно, вам и нужно подыскивать себе собеседник. То есть это может быть тематические паблики в интернете, в соцсетях, это может быть тематические кружки, это может быть какие-то объединения по деятельности людей и так далее. То есть чтобы вы приходили сюда, и вы уже знали, что то, о чем там разговаривают, вам интересно, вы в этом ориентируетесь, и вы будете чувствовать себя там достаточно комфортно и уютно для того, чтобы выражать свои мысли, во-первых, чтобы проявлять себя максимально, да, и чтобы, собственно говоря, не выглядеть белой вороной, и чтобы не бояться там что-то сказать. Дальше, про то, что вы не можете сказать, если вам тут не нравится, мы немножко чуть позже этот момент осветим, а пока скажем главное. Человек не может разговаривать на все темы вообще, которые... человек может поддерживать разговор полноценно лишь на несколько тем, которые его интересуют. Это может быть как профессиональная деятельность, это может быть как увлечение, хобби, это может быть как развлечение, это может быть просто какой-то творческий интерес. То есть вам нужно четко понимать, что ваша реакция, она в целом нормальна. Просто иногда бывает так, что сам человек, с которым вы общаетесь, вызывает у вас очень глубокую симпатию. Ну, вы по какой-то причине можете им восхищаться, можете им эмпатизировать и так далее. И в этом случае придется терпеть то, что вам неинтересно. Мы стараемся помочь человеку. Если таких людей нет, соответственно, вы ищете наших партнеров по общению, именно исходя из своих интересов. Дальше. Вы пишете, что трудно понять, почему люди разговаривают друг с другом часами и, собственно, не понимают смысл дружбы. Что вообще это дружба? Значит, нужно здесь по поводу дружбы сказать отдельно. Дело в том, что дружба вообще действительно очень тяжелое понятие, очень понятие... Растяжимо, оно для каждого человека свое. И в детстве дружба, как правило, образуется, появляется в результате совместного взаимодействия нескольких людей. То есть это дети играют вот вместе, и в процессе игры они... значит, как-то сближаются, у них появляются какие-то наработанные алгоритмы, и они таким образом взаимодействуют. А что касается взрослых людей, то здесь ситуация сложнее. Дело в том, что
Взрослые люди, являясь сами по себе обособленными экосистемами, сближаются тяжелее. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, потому что у вас, в принципе, происходит то же самое. И значит, довести дружбу во взрослом уже в возрасте гораздо тяжелее. Но что есть дружба? Дружба, начнем с главного. Это всегда отсутствие практичности, отсутствие расчета, отсутствие, вот, собственно говоря, умысла и отсутствие выгоды, отсутствие акцента на твоих интересах и готовности прийти к человеку на помощь, значит, как мы и написали, а если это ему нужно. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что ну вот, от группы дружба не является практичной, то это в данном случае не является мнением окончательным, но тем не менее. Женщины дружить, именно вот дружить, женщины могут только с мужчинами, как ни парадоксально. Потому что женщины с женщиной дружат очень редко, и в силу практичности женщин, тут вот я скажу, что это мое мнение, в силу практичности женщин, их дружба всегда до поры до времени, но никогда женщина не делает что-то себе во вред ради другой женщины, в данном случае ради подруги. То есть эта дружба между женщинами всегда постольку, поскольку она выгодна им обоим. Но если выгода перестает быть в наличии, то такие люди, как правило, всегда начинают либо отдаляться, либо как-то еще. То есть нельзя говорить о том, что прям сразу происходит разрыв, прям сразу происходит какая-то ссора. Нет. Просто люди отдаляются. А мужчины в этом плане, будучи менее практичными, более они следуют таким понятиям, как преданность, как вот, ну, естественно, по большому счету, то есть мы не говорим про индивидуальных людей, вот, они могут дружить. Поэтому актуально наиболее дружить женщины и мужчины. И мужчине. Это вот в данном случае как бы мое мнение. Хотя бытует такое, то есть такое точка зрения, что дружбы между мужчиной и женщиной нет. То есть здесь, да, вам, наверное, придется самой как-то решать, что вы для себя, либо вы будете общаться с женщиной, либо будете стараться дружить с мужчиной. Все есть дружба. Дружба – это бескорыстное желание помогать человеку, разделять с ним его трудности, его беды, его радости, при этом ничего не требуя, не ожидая взамен и не считая, что сейчас что-то должен. Вот. А как во взрослом так сказать, состоянии, да, во взрослой жизни, найди себе друга? Для этого, как вы, наверное, понимаете, нужны некоторые условия. Вот вы общаетесь с людьми, общаетесь с кем-то, и общение вроде бы хорошее. То есть, ну, вот вы где-то встречаетесь, вы какое-то время проводите вместе, у вас все относительно неплохо, а потом у кого-то из вас возникает проблема. Ну, то есть, какая-то трудность. И человек говорит вам, например, что вот у него такая проблема. Он еще не просит вам помочь, он еще не говорит конкретно о том, что ему нужна ваша помощь, но он просто рассказывает о проблеме. И вы сами предлагаете ему помочь в этот момент. И если вы говорите о том, что вы можете ему помочь и помогаете, то после этого для дружбы очень важно, как человек ведет себя в ответ на вашу помощь. Если человек принимает ее с благодарностью, говорит спасибо тебе большое, значит, принимает ее и ведет с вами себя так же, как и раньше,
Ну это хороший. Ты говоришь о том, что для человека помощь принять не оскорбительно, но в то же время он и не пользуется спасом. Он не начинает постоянно просить вашу помощь, а такие люди тоже есть. Как есть и люди, которые принимают помощь оскорбляясь. То есть, например, вот, ну скажем даже вот у меня, например, в жизни были такие ситуации, когда человеку помогаешь, а он вместо благодарности, хотя вначале, конечно, слова какие-то были, но он потом просто-напросто переставал общаться вообще. То есть человек посчитал себя униженным здесь. И отчасти это действительно так. Когда человеку другой помогает, и помогает бескорыстно, просто, ну, просто а то он хочет помочь, просто потому что он может помочь, это всегда ставит тому, кто помогает, выше того, кому помогает. И не каждый человек настолько уверен в себе, настолько адекватно отдает отсчет в том, что проблемы могут быть у каждого, что может нормально принять данный факт. И принять данный факт в том, что если ему помогли, это не означает, что он нищ. Да, в какой-то момент он был слабее, стал слабее, но эти моменты могут быть у всех. И раз эти моменты могут быть у всех, то они не делают человека слабее или сильнее. Но тем не менее, не все люди это понимают. И если вы видите, что человек оскорбляется на вашу помощь или начинает просить у вас помощи вновь и вновь, то с таким человеком дружбы у вас точно не получится. Вот вы такому человеку помогли, видите, что он отреагировал идеально, ну, в нашем случае, да, то есть продолжил с вами общение так, как оно было, может быть, общение стало более доверительным, потому что человек понимает, что может на вас положиться в критический момент, и значит, вы продолжаете общаться. Потом возникает такая ситуация, когда вам нужна помощь. И вы тоже говорите, рассказываете человеку о том, что вот у вас, ну, произошла такая-такая ситуация. В идеальном случае, когда человек действительно заинтересован в вас, он обязательно поможет, он обязательно предложит свою помощь, просто ищется благодарности вам. И дальше поможет вам решить свою проблему, как вы ранее помогли ему. Тут обязательно нужно сказать так, что вот вы, когда помогли, вы не выставляли на показ это, вы не говорили, что вот я тебе помогла, там меня надо больше уважать или что-то еще. Вы просто-напросто общались так же, как раньше. Ну, может быть, как я уже сказал, чуточку доверительно. Теперь человек вам помогает, и вы смотрите на то, как он себя ведет после того, как он вам помог. Если он ведет себя так, что вы ему что-то должны, то дружба, конечно, тоже из этого не получится. То есть человек считает, что он вам помог для того, чтобы вы были ему должны. Дружба на долге не основывается, и понятно, что при таком подходе это получается уже какой-то расчет и корысть. А если человек общаясь с вами так же, как и раньше, то это очень хорошо. Это означает, что вы можете помочь ему бескорыстно, и он вам может помочь тоже бескорыстно. И вот в этом случае уже можно говорить о том, что у вас дружба. Почему? Потому что вы проверили себя не только в отношениях, когда у вас все хорошо, но и когда у вас были трудности, вы тоже друг друга проверили и поняли, что можете друг друга на друга положиться. Вот именно так и рождается дружба во взрослой жизни. Не сразу, постепенно, в течение времени, со многими нюансами, но рождается. Конечно, есть везде свои тонкости, и у каждого человека есть свои нюансы. Например, вот если, допустим, человек вспыльчивый, или если человек, скажем, подозрительный, просто, ну, то есть просто вот в силу своего характера подозрительный,
то такой человек может вести себя по-другому, например, после того, как вам помочь, после того, как он вам помог, он может говорить, а там не обманули ли вы ему и так далее. То есть данные проявления, которые находятся в рамках изначального характера человека, стоит воспринимать спокойно и негативно, как предостережение. Нужно воспринимать только те проявления человеческого характера, которые имели место быть лишь в процессе осуществления помощи или принятия помощи, или после нее, после процесса осуществления и принятия помощи. Если до этого такие черты человека не проявлены, то на них стоит обратить внимание. А если человек действует в рамках своего характера и своих своих характерных чертов, то нормально. Например, если вы знаете, что человек вспыльчивый, а если вы знаете, что он зажигает как спичка от любых каких-то вот, ну, моментов, да, просто нервный человек, допустим, то вы много раз видели, как он кричит, тут же успокаивается и так далее. То, естественно, после того, как вы ему помогли, человек может также вспылить, но вы представляете, что это для него нормальная реакция, и вы начнете успокоиться, и все будет хорошо. То есть такие черты, которые были изначально, их не стоит воспринимать как негатив. Надеюсь, этот момент вам понятен. Дальше, что касается теперь того, что вы, не можете сказать, когда вам кто-то не нравится, и, предпочитаете жертвовать своими интересами, либо не высовываться лишний раз. Если же высовываться, то просто теряешь, не могу отстоять мнение, потом, меня клюют за это. Но такая ситуация не совсем, если я чувствую себя в безопасности, то тем разговором не интересно. У вас есть два условия, которые вы сами пишете. Первое – это ощущение безопасности. Второе – это тема разговора интересна. Если тема разговора интересна. Нужно для себя в первую очередь определить, что для вас есть безопасность. Дело в том, что безопасность есть лишь только у нас в голове. Если это безопасность не физическая. И поскольку мы с вами уже говорили в предыдущей записи о том, почему люди критикуют негативно, я надеюсь, вы это помните, что как вы тут пишете, клюют, побьют, люди это делают лишь только для того, чтобы самоутвердиться. Если вы сказали какую-то, например, неточность, какую-нибудь глупость человеку, себя осознающему, хорошо, то такой человек, он вас направит, он скажет, нет, ты не права, или вы не правы, нужно так-то. Он вас направит. Почему? Вот этот человек в полной. Этот человек вернул в гармонии с собой, и он научит вас, потому что это его интерес. Он хочет жить среди разных. Я об этом говорю. И то же самое касается этих ситуаций тоже. Вы на самом деле, говоря о общении, на самом деле, всегда находитесь в безопасности. Просто когда люди негативно воспринимают то, что вы говорите, начинают вас подавлять и так далее, нужно смотреть на то, почему они это делают. Для чего им это нужно? Вы думаете сразу о себе, что вы такая вот плохая, что вы там глупая, что вы ничего не знаете, что вы там дилетант и так далее. Но в действительности это неправильно. Именно зацикленность на себе, можно сказать, жалость на себе, к себе саму мешает вам адекватно оценивать то, что происходит. Ведь люди
они по большому счету действуют именно из своих побеждений, из своих личных побеждений. И если человек начинает вас бить, в кавычках, или клевать, тоже в кавычках, то, соответственно, у него есть для этого мотив. Зачем человеку стараться вас переубедить, стараться вас принизить, как-то дискредитировать, если он, например, целиком и полностью уверен в своей позиции? Ну вот, давайте, чтобы не быть голословным, приведем такой простой пример. Вот мы с вами, допустим, общаемся. Общаемся мы с вами на какую-нибудь тему отвлеченную, философскую, где у каждого из нас есть свое мнение. И это мнение, безусловно, и у вас, и у меня имеет право на жизнь. То есть я, может быть, в чем-то прав, вы, может быть, в чем-то правы, это совершенно нормально. Вот и давайте подумаем, какие у меня могут быть мотивы, если я начну вас подавлять, если я начну вам говорить, что нет, вы не правы, я прав, что моя точка зрения лучше и так далее. Какие у меня могут быть мотивы к этому? Естественно, если вы меня не спрашивали. То есть, если вы не спрашивали моего мнения. Если вы мое мнение спрашивали, то да, я выскажу один раз и все. Но здесь получается, что я сам начинаю вас подавлять. Какие у меня мотивы? Ну, во-первых, я хочу, чтобы вы думали так. Возникает вопрос. А зачем мне хотеть, чтобы вы думали так? Что мне опять? Ответ. Мне так спокойнее. Я уверен в себе лучше, я уверен в своей точке зрения полнее, глубже, когда вижу и знаю, что другие люди разделяют мое мнение. Что получается? Получается, что я пытаюсь вас подавить для того, чтобы самостоятельно быть уверенным в своей точке зрения. Вот и все. Люди делают именно это. Люди делают это именно только по данной причине. Именно данная причина желания сделать вас такой же, как все, такой же, как они, и опосредует такое агрессивное поведение. Человек, который уверен в себе и который не стремится за счет других свою уверенность повысить, никогда клевать и бить не будет, в кавычках, конечно. Это нужно понимать. Поэтому, если человек ведет себя агрессивно, если человек ведет себя подавляюще, если вы видите, что человек там обижается, когда вы говорите что-то не так, или начинает там вас как-то бить, да, и клевать, то это вот прям как будто маркер на человека, что он не уверен в себе. Уверенный в себе так никогда делать не будет. Но давайте попробуем все-таки более конкретно поговорить о том, что вы чувствуете себя в безопасности. Вот вы можете дать себе отчет в том, какие условия для вас должны быть соблюдены, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, чтобы, ну, чтобы вам было комфортно. Вот, и нужно понять, что любой человек стремится к тому, чтобы ему было комфортно в общении с другими людьми. Например, кто-то в силу своего характера, своих предпочтений не любит, когда люди громко разговаривают. Мы сейчас не говорим о том, почему человек этого не любит. Мы сейчас не разбираем причины. Мы говорим о том, что такие предпочтения у людей есть. Кто-то не любит, когда, например, люди, там, допустим, ну, много пьют. Или кто-то не любит, когда людей вообще просто много. Кто-то любит теплые компании, уютные, где несколько человек, и все. Кому-то наоборот нравится, чтобы было больше людей, чтобы их было много. И в зависимости от предпочтения, от комфорта, человек выбирает себе общество и выбирает себе контингент общения. То же самое нужно делать и вам. Вот где, в чем, как вы чувствуете себя в безопасности, вот эти условия вам нужно стараться создавать в себе везде, где вы находитесь, по крайней мере, в максимальной степени осуществления, можно сказать так. Например, если вы любите
когда людей немного, ну это я просто вот в качестве примера привожу. Но естественно, в коллективе вы не можете этого добиться, потому что, ну, понятно, да, в коллективе много людей. Но вы можете человека всегда отозвать, вы можете человека всегда вызвать на приватный разговор, в результате чего вы отчасти создадите те условия, когда вы чувствуете себя безопасно. То есть эти условия, условия безопасности, нужно четко для себя выделить, четко для себя отделить, чтобы понимать, что они из себя представляют, и стараться к этому тяготеть в жизни, вообще в жизни. Во всех условиях, во всех ситуациях, где вы находитесь. Одновременно с этим, понимая причины опасности, то есть понимая причины, по которым люди ведут себя так, как вам не нравится, то есть то, что я сказал ранее, и то, что я еще скажу, и тем самым расширяя постепенно условия своей безопасности. Если раньше вы боялись людей, которые вас бьют, то теперь, допустим, вы понимая, почему они это делают, а более спокойно будете относиться к данным вещам. И, соответственно, условия вашей безопасности будут расширяться. Этот момент тоже вас понимает. Дальше. Тема разговора вам интересна. Этот момент более сложен, потому что, во-первых, вы общаетесь только на те темы, которые вам интересны, об этом мы уже говорили. И тут ваш выбор. Если вы хотите общаться только на интересные вам темы, это ваше право. Если вы хотите разговаривать на тему других людей и узнавать что-то новое, это тоже ваше право. Но для того, чтобы разговаривать на темы вам неинтересные, чтобы сделать их интересными, нужно в них разобраться. То есть сперва любая деятельность нам кажется какой-то далекой, нам кажется отстраненной, абстрактной и так далее, до тех пор, пока мы не научимся в ней ориентироваться. Соответственно, можете, если вы хотите общаться не только на темы, которые вам интересны, но и на другие, дайте себе такую установку, что тема является неинтересной до тех пор, пока вы в ней не разбираетесь. Если вы видите, что какая-то тема вам неинтересна, но она встречается часто, естественно, для того, чтобы поддерживать диалог, вам нужно в этой теме как минимум разбираться. Научитесь в этой теме разбираться, будете в ней ориентироваться, и вы удивитесь, как она внезапно станет вам интересна. Конечно, исключение составляют такие большие сферы, как, например, вот если вы, допустим, не любите искусство, ну, живопись, и тема какая-то касается живописи, то, естественно, вам она не будет интересна, даже если вы будете в ней ориентироваться. Потому что вам не интересна, в принципе, живопись. Это нужно понимать. Если вам интересна сфера, сама область интересна, но тема не интересна, то это, скорее всего, потому что вы в ней не разбираетесь. А если вам не интересна сама область и тема тоже, то нельзя говорить о том, что вы должны заинтересоваться темой. Вы вначале изучите область, посмотрите, область может быть вам интересна или нет. И если область в принципе идет в разрез с вашими предпочтениями, с вашими интересами, то скорее всего и тема вам тоже не будет интересна. Тогда о ней говорить и не нужно, потому что в конце концов заставлять себя разговаривать на темы, которые вам не интересны, не стоит, потому что у каждого человека свои интересы. И человек всегда выбирает себе вообще на тех, кто его интересы, ну, хотя бы отчасти разделяет, хотя бы на процентов 30-40, там, ну, 30 вообще, там и минимум, лучше 50. 50-60 разделяет его интересы. Этот момент, надеюсь, тоже понятен. Дальше. А теперь что касается, когда вы пишете, значит, что в школе вас обижали, потому что вы не выглядели как все, и, в общем, у вас внутренний страх перед одноклассниками. Чем старше вы становитесь, тем интересно, менее интересно общение с кем-либо. Так, ну, про общение старше я уже говорил. Люди вокруг вас менее открыты и доверчивы, я тоже вам говорил. Хотя про доверие можно сказать. А вот что касается отношений в школе, когда вы пишете, что
Значит, мама вечно всех боялась, и меня мучала, в школе обижали, потому что выглядел не так, как все. Значит, вы, ну, были не такой, как все, не могли себя представить, об этом над вами вечно издевались одноклассники. Я ничего не могла сказать, вечно молчала и терпела. А вот тот момент очень показательный. Дело в том, что, вообще говоря, положение любого индивида в обществе определяется его ролью, его эффективностью в этой роли и тем, насколько он ассимилируется с обществом. То есть, момент здесь какой? Общество, будучи человеческим образованием, то есть это то, что образовали люди. Общество присутствует при, так сказать, присуще те же черты, что и человеку. А именно, это инстинкт самосохранения, это желание продолжение рода, ну, продолжение своей жизни. И это стремление, чтобы как можно больше людей были похожими на членов общества, подавляющихся членов общества, чтобы как можно больше людей разделяли интересы общества, чтобы как можно больше людей были похожи друг на друга, и чтобы обязательно были те, кто не был похож на большинство членов общества, чтобы этих людей было вообще немного, буквально 1, 2, 3, такие вот изгои, в отношении которых люди бы проявляли свой вот этот коллективный разум, где бы они чувствовали себя принадлежащими обществу, и на фоне этих людей были бы еще более объединены, то есть еще более связаны какими-то общими интересами, общими взглядами и так далее. А почему происходит так? Ну, во-первых, нужно сказать, что люди всегда, они боятся того, когда кто-то не похож на общепринятые какие-то стандарты. Кто-то не вписывается в эти стандарты. Почему возникает ненависть? Почему возникает желание самоутвердиться? Почему возникает желание издеваться там и так далее? Ну, кроме того, что дети вообще жестоки, они еще не выработали моральных таких ограничений в отношении жестокости. Так вот, кроме этого, есть еще один немаловажный момент. Этот момент заключается в том, что люди, видя, например, другого человека, не похожего на них, боятся, что, во-первых, они станут такими же. То есть в нем, в этом человеке, они видят отражение самих себя. Они либо чувствуют, что они в чем-то где-то как-то похожи на этого человека. И это действительно так. Почему это действительно так? Ну вот, смотрите. Если говорить о человеке бедном, который попал в общество людей более социально обеспеченных, то эти социально обеспеченные люди начинают издеваться над этим бедным человеком. То есть, что заставляет этих людей издеваться? Собственно говоря, отсутствие эмоций, отсутствие нормальной, адекватной реализации себя, неполноты, ущербности, порочности духовности, порочности моральных ценностей таких людей. Именно это заставляет издеваться над другими. Опять возвращаемся здесь к тому, что вот,
Мы говорили до этого, что люди полные, люди, находящиеся в гармонии с собой, никогда так делать не будут. Но испокон веков общество воспитывало своих членов так, что те люди, которые не похожи на нас, должны быть изгоями, они должны чувствовать себя одиночками, у них не должно быть никаких прав. Потому что, с одной стороны, эти люди недостойны нас, они ниже нас. И всегда должен быть кто-то ниже, чтобы люди сами чувствовали себя выше, чтобы они чувствовали себя лучше, чтобы они постоянно видели подтверждение того, что они ведут себя правильно, что они живут правильно. Без этого невозможно управлять людьми, потому что если люди почувствуют, что они живут неправильно, то начнется хаос. И людям нужен такой вот изгой, чтобы на них, на этих изгоев, направлять свою энергию по самоутверждению. Дальше. Человек боится всегда, чтобы тот другой, кто на него не похож, может быть в чем-то ином, быть лучше. То есть, например, человек одевается не так, как одеваются все. Но, допустим, всем по-другому он лучше. Например, он умнее, он там как-то более развит духовно и так далее. И это вызывает у людей ненависть, потому что они понимают, что человек в чем-то лучше их. А он не может быть лучше них, потому что он уже изгой. По общественным меркам, это человек изгой. Но он чем-то лучше. И вот чем лучше такой человек других людей, тем более сильную ненависть у этих людей он вызывает. Ведь они не могут этого человека принять. Если они его примут, они станут похожими на него. И общество распадется. Для общества это большая угроза. Очень большая угроза. Что вот такой одиночка-изгой на свою сторону перетянет членов общества. Это будет означать, что, по сути, раскол произошло в обществе. А общество этого стращается как огня. Мы уже говорили, что общество, как образование человеческое, обладает инстинктом самосохранения. И именно издевательство – это есть проявление инстинкта самосохранения. Когда люди издеваются, они одновременно показывают, что они лучше, и в то же время говорят о том, что мы не примем тебя, мы не будем такими, как ты. Нам все равно, что ты в чем-то лучше нас. И это нужно понимать. Это очень хорошо нужно понимать. Людям не нравится, когда кто-то ведет себя как личность, то есть как обособленный индивид, у которого есть свои цели, отличные от целей большинства, свои идеалы, отличные от идеалов большинства, и свои какие-то какие-то направления действий. Почему? Потому что всегда и везде люди смотрят на других, и они иногда какие-то вещи не понимают. Например, вот в обществе принято заниматься какими-то вещами. Скажем, в классе принято там девочкам, например, ходить на танцы, мальчикам играть в футбол, допустим. Но если какой-то мальчик в футбол не играет, а, например, вместе с девочкой ходит на танцы, ну, понятно, что о нем будут говорить. Понятно, какая у этого мальчика будет репутация. Я надеюсь, это не нужно озвучивать. Я надеюсь, это и так понятно. И казалось бы, ну почему так? Ну, хочет человек? Хочет. Хочет человек ходить на танцы? Ну, пусть ходит. Что ему мешает? Нет. В действительности люди, в частности, другие мальчики, они не могут принять того факта, что тот мальчик, который ходит на танцы, выбрал не футбол.
Потому что они-то считают футбол самым лучшим занятием. Они считают, что футбол делает их мужчинами. Они считают, что футбол делает их взрослыми. И они ничего другого, кроме этого, не признают и не видят, не воспринимают. Для них футбол есть только атрибут мужественности, атрибут взрослости, зрелости и так далее. Но почему? Потому что им так внушили. Потому что обществу взрослых, по какой-то причине, так удобно. Это было выгодно. И им детям так внушили. Хорошо. Но теперь выясняется, что ага, можно мальчикам и ходить на танцы, а девочкам, например, на футбол. И что получается? Получается, что футбол не единственная реализация для мальчиков. То есть мальчик, чтобы быть взрослым, не обязательно должен играть в футбол. А многие не хотят играть в футбол, но играют, чтобы быть такими, как все. Они боятся быть не такими, как все. Да? И это вызывает диссонанс. Как так? Думают люди. Мы тратим время свое. Мы тратим свои силы на то, чтобы заниматься тем, что делает нас такими, как все, делает нас полноценными членами общества. А тут пришел кто-то и сразу же начал заниматься чем-то другим. При этом он считает, что он ничем не хуже нас. То есть все, что делали мы, это не то, что напрасно, но это не единственное. А значит, если это не единственное, это не имеет такого большого значения, как мы думаем. И люди чувствуют, что они теряют значимость. Они теряют значимость того, что они делают. И это невыносимо. И чтобы свою значимость компенсировать потерю значимости, падение ее, люди начинают издеваться. Люди начинают агрессивно реагировать на этого возмутительного спокойствия. Потому что с одной стороны это потеря значимости, а с другой стороны они боятся. А вдруг он добьется в итоге больше, чем мы? Вдруг он лучше, вдруг он знает что-то такое, чего мы не знаем. И для них, с одной стороны, спросить человека, а что именно ты знаешь, поделись с нами, унизительно, потому что они как бы станут одним целым с ним, а они этого не хотят, они боятся, они считают это позорным. Да? И с другой стороны, у них ощущение, что они не единственные. И вот это такая вот формулировка, такое противоречие и опосредует агрессивное поведение людей в отношении тех, кто на них не похож. Ну, не нравится людям, когда кто-то возмущает их спокойствие. Не нравится. Люди боятся. Общество не хочет быть расколотым. Общество хочет быть единым. Общество хочет, чтобы те, кто не похож на его членов, было очень мало, чтобы они были своего рода клоунами в цирке, над которыми можно поиздеваться, самоутвердиться, лишний раз убедить себя и остальных членов, что они самые лучшие, что они ведут правильную жизнь, а изгой нет. И именно так эти изгои и используются. Обществу сложно понять, что изгои – это как раз-таки те люди, которые обладают, принудительно или в силу выбора, обладают как раз-таки личностными особенностями. То есть, что из себя представляют члены общества? Это просто носители социальных ролей. Они делают то, что общество считает правильным, они выполняют социальные роли, и все. У них нет ничего индивидуального. А изгою, чтобы выжить, ему нужно генерировать в себе что-то индивидуальное. Без индивидуальности он не выживет. Если человек изгой, если человек не такой, как все, и у него нет индивидуального, то он, по сути, умирает. Умирает духовно, умирает, физически он живой, но духовно и социально такой человек умирает. Потому что он не может быть одним из тех, он не похож на них. Но у него нет ничего другого, чем он мог это заменить, и в итоге происходит смерть. То есть индивидуально для такого человека единственный выбор, единственный выход из ситуации. И вот эта индивидуальность, эта уникальность,
это не походит людей и раздражает, потому что они-то все похожи, а изгой нет. Изгой не такой, как они, он другой, и люди боятся других. Люди боятся других, потому что в этом изгое они видят себя. Они думают, подсознательно, естественно, а вдруг я тоже мог бы быть непохожим? Вдруг я тоже мог бы быть другим? И самое обидное в этой ситуации, самое страшное, что человек рано или поздно посещает такие мысли, что я мог бы быть другим, что я хотел бы делать что-то другое, но не могу, потому что тогда я окажусь вне общества. А для человека очень страшно оказаться вне общества. Он не знает, как там жить, он не знает, как и что там делать. И нужно сказать, что действительно оказывается вне общества, пусть даже отчасти, нужно своевременно, тогда, когда придет время, то есть естественным образом. Но у вас произошло так, что вы перескочили эту ступень социального и перешли сразу в раздел личности, сразу на уровень личности. Из-за этого вам тяжело. Из-за этого вы немножечко оторваны от общества. И отчасти это хорошо, но отчасти это и плохо. Ваше предпочтение более глубокого общения является проявлением личности. Вас больше личностного, и это особенно сильно выражается, когда вы говорите, что хотите, любите общаться, как я понял, один на один лучше, чем в группе. Это и есть проявление индивидуальности личности. Индивидуальность всегда общается тет-а-тет. А общественные члены общества всегда общаются в группе, всегда общаются ни о чем. И я понимаю ваше желание тоже общаться ни о чем, но вопрос в том, что вам это даст, что для вас в этом ценного, и нужно ли вам это вообще. Потому что в действительности то, что вы видите, что люди общаются поверхностно, и вам это не нравится, это есть проявление силы, это есть проявление мудрости и проявление ума. То, что вы любите более глубокое общение и не любите поверхностно, это то же самое. И вопрос заключается в том, что вы не хотите быть одиноким. У вас есть вся вот эта вот личностная сфера, но вы одиноки, и вы не хотите быть одиноки. А на пути к одиночеству стоит вот этот вот барьер. Барьер общения как раз общественного. И вам нужно здесь сделать выбор, о котором я уже говорил. С известными, конечно, поправками. Вот. То есть это поправки на ваше предпочтение и на сферу, так сказать, деятельности, которая вам нравится. Далее вы пишете про свой выбор и про то, что вам хочется делать. Вы боитесь того, что вот вы поступите неправильно и что в итоге у вас будут определенные негативные последствия. На самом деле, как вы, наверное, уже поняли, в любом случае ваш выбор сделает кого-то недовольным. В случае, если вы будете делать так, как лучше другим, вы будете недовольны сами. В случае, если вы будете делать так, как хочется вам, будут недовольны другие. И поскольку недовольны будут в любом случае, вам нужно лишь самому для себя определить, а чье недовольство будет для вас наиболее фатальным. То есть, чье недовольство окажет для вас наибольшее разрушительное действие, наибольшее разрушительное влияние. Вот. Ну, над вами и так, как я понял, смеются, вас и так, как я понял, не уважают, вас и так, как я понял, шпыняют и так далее. И, будут немножечко больше, например, это делать. Ну и что? Будет немножечко больше вам это говорить. Но опять же, говорить будут только какое-то время, пока будет это свежо в памяти. А потом пройдет какое-то время, и все, и люди забудут.
На самом деле, тут я хочу сказать, то, что выбор вам нужно делать самому. Я не могу выбор сделать за вас. Ответственность за него лежит только на вас. И это было бы непрофессионально говорить вам, что правильно. Я хочу сказать, что если вы делаете выбор не в свою пользу, то отношение к вам лучше не станет. А напротив, оно будет ухудшаться. Потому что люди будут видеть, что вы предаете себя, что вы не даете себе никак реализовываться, и будут меньше вас уважать. И разница лишь в том, что ухудшаться к вам отношения будут постепенно. Как, например, раньше мужчина с вами посмеялся, теперь он уже становится более злой и так далее. То же самое. Тем дальше, просто вы будете все меньше и меньше и меньше пользоваться уважением. Уважение к вам будет еще меньше, еще меньше. А если вы сделаете как бы для себя что-то, то вы тут же поставите себя за рамки общества. Вы как бы скажете, а я вот не такая, я другая. Я личность, я сделал свой выбор. И как мы уже сказали, люди будут относиться к вам тоже негативно, этот негатив будет резким, но почему? Потому что вы сделали что-то для себя. Люди, которые обладают гармонией, люди, которые обладают полнотой, которые хотят жить среди равных, они одобрят то, что вы сделаете. Они восхитятся вами, что вы сделали что-то для себя, чтобы реализовать себя. И вы на основании своего выбора могли бы увидеть, кто относится к вам искренне, а кто нет. Вот кто порадуется за вас, тот человек действительно относится к вам искренне. Кто не порадуется, тот, естественно, нет. И вот этот момент нужно четко понимать. Дальше. Вы пишете, что вам нужно для того, чтобы реализовать свою мечту и свои, так сказать, желание там доплатить деньги, вложиться, и вы можете также получать работу менее интересную, менее оплачиваемую, но стабильную. Первое, это то, что если вы не реализуете свою мечту, вы будете еще больше чувствовать себя никчемным, чувствовать себя ничего не значит, а это очень плохо, для вас плохо, и вы не сможете быть более уверены в себе. А так хотя бы, понимая, что вы сделали что-то для себя, вы будете чувствовать, что это достаточно значимо, чтобы иметь какие-то отражения в материальном, в реальном, в объективном мире. И даже несмотря на то, что вы будете негативную реакцию со стороны людей получать, но вместе с тем все равно, ведь вы так ее получаете. Ну так пусть теперь хотя бы эти люди будут реагировать на вас, потому что они вот ничего для себя не сделали, они ничего не сделали для того, чтобы их мечта стала реальностью, а вы сделали. И их реакция — это по сути зависть и страх, что у вас действительно все получится. И тогда эти люди просто будут выглядеть смешно и некрасиво. А для таких людей это является самым страшным. Самым страшным — понимают, что то, что ты говорил, то, что думал, оказалось просто мыльным пузырем. Вот и все. То есть вы будете четко понимать себе, почему эти люди так на вас реагируют. Сейчас вы не понимаете, вы не можете говорить, вот, ну, почему я делаю все для них, а они меня все равно относятся ко мне негативно. А если делать что-то для себя, вы будете понимать, почему они к вам так относятся. И вам будет легче. Потому что понимание причинно-следственных связей всегда облегчает жизнь, и понимание целей и мотивов людей всегда дает более полную картину. А там, где более полная картина, там, где все ясно и понятно, нет места страха, нет места каких-то интерпретаций, каких-то сомнений и так далее, все ясно. С другой стороны, я понимаю ваши опасения, я понимаю ваше желание, так вот вложиться и потом как бы все потерять. И поэтому второй вариант, который я вам предлагаю на выбор, заключается в том, что вы ведь можете, например, работая на той работе, которая вот менее для вас интересна, но тем не менее, которая оплачиваема, да, откладывать
Вот вы попробуйте поработать на ней, попробуйте откладывать какие-то средства постепенно, и рано или поздно вам хватит на оплату обучения, последипломного обучения, как вы писали, без особых затрат трамин. То есть вы будете и семью обеспечивать, и для всех все делать, но с другой стороны будете и о себе тоже не забывать. И постепенно откладывая, вы рано или поздно накопите эту сумму, которая нужна для обучения, пройдете ее совершенно безболезненно для окружающих, может быть, даже они не заметят, что вы это обучение прошли, и потом уже даже незаметно устроитесь на работу. И все. И вот что касается общения с людьми, когда вам нужно будет общаться с ними на работе, то вот здесь момент такой. Когда вы общаетесь с людьми по работе, ни в коем случае нельзя смешивать личное и профессиональное. Когда вы начинаете работать, у вас есть четкие обязанности, у вас есть четкие цели, и вы с людьми разговариваете только по поводу того, что входит в ваши обязанности. То есть, например, если вам нужно позвонить человеку и рассказать ему про товар, то вы для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, чтобы чувствовать себя уверенно, просто-напросто должны как можно лучше разбираться в этом товаре, знать его все и хорошие, и плохие стороны, и человеку максимально полно и подробно об этом рассказать. Вы не говорите ему о себе, вы не говорите ему о том, кто вы такая. Вы рассказываете о отключенном примерно моменте. И не нужно думать, что общение с людьми по работе – это то же самое, что общение с людьми лично. Нет. Вы просто раскрываете через этих людей то, что от вас требуется именно в профессиональном плане. Если есть проблемы с речью, например, ну вот вы можете испытывать недостаток, например, словарного запаса, недостаток там поставленности голоса и так далее, то в этом случае нужно проходить соответствующее обучение. То есть словарный запас расширять за счет повышения кругозора, за счет чтения книг, голос улучшать за счет соответствующих тренингов и так далее. То есть просто нужно что-то делать. Но по факту, предметно, содержательно, вы всегда говорите людям то, что нужно вам поработать, и не более того. И здесь не имеет значения, кто вы и кто человек. Вы являетесь субъектом профессиональных отношений, и вы рассказываете другому человеку или действуете в рамках своих обязанностей, ни больше, ни меньше. То есть нужно понимать, что когда вы исполняете свои профессиональные обязанности, вы не человек в общесоциальном смысле. Вы субъект своей деятельности. Как, например, человек, находящийся при исполнении служебных обязанностей, например, полицейский, например, пожарник, не является там человеком. Человеком по паспорту это именно служащий. И как от служащего, от него требуется четко регламентированное поведение. Вот и вам нужно это четко регламентированное поведение изучить и следовать ему. И тогда проблем с общением с людьми у вас не будет. На этом все. Я запишу вам аудиозапись про волевую регуляцию и, может быть, еще немножечко про общение с людьми. Тоже чуть позже, но основное я про общение с людьми, про социальное взаимодействие, мне кажется, я рассказал. Надеюсь, это вам поможет. Всего доброго.